Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Роман Мазуров, и это компания Meta Ratings. Мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных боях в мире ММА и, конечно же, бокса. Вот с него и начнем, дорогие мальчики и девочки. И, конечно же, это мировая серия «Легчайший вес», где сражается наш Миша Алоян. В четвертьфинале ему достался в сопернике очень и очень опасный тип из Южной Африки, которого зовут Залани Тете. Что касается самого Миши Алояна, то это блистательный любитель с прекрасной карьерой в олимпийском боксе. Да, пусть золотую олимпийскую медаль так и не удалось выиграть, серебряную, да и то отобрали супостаты за какие-то там жалкие капли в нос. Чемпионаты мира выигрывал, в общем, технарь, богоподобный просто Миша Алоян. И после всех этих оказий он решил передислоцироваться в профессионалы. 4 поединка провел, все 4 выиграл, но не безоговорочно. 2 победы единогласным решением судей и 2 очень натужные, очень тяжелые, что, конечно же, ставит перспективы чемпионские Миши Алояна в этом весе, в частности, во всемирной боксерской серии, под некоторые сомнения. Кто его соперник? Залани Тете. Это очень высокий, длиннорукий, обладающий прекрасным джебом боец. У него также пушечный удар. Да, казалось бы, там категория-то очень и очень легкая. Но при всем при этом бьют так, что голова улетает обратно на историческую родину. Хочется верить, что с Мишей Алояном такого не произойдет, хотя вероятность этого очень и очень большая. Очень мощный, крайне опасный, нестандартный боец Залани Тете против Миши Алояна, который пока еще ищет свой стиль в профессионалах. Ведь всем прекрасно известно, что любителям очень непросто адаптироваться под профессиональную манеру ведения боя. И похоже, что Мише Алояну это все еще предстоит. Как это не прискорбно осознавать и, может быть, и печально болельщику Миши Алояна, но явным фаворитом в этом противостоянии является, безусловно, кто? Правильно, Залани Тете. Скорее всего, он одержит победу, опять же, как бы это ни звучало. Очень хотелось бы, чтобы Миша Алоян посадил меня в лужу, как прогнозиста и всех остальных, выиграл и прошел в полуфинал всемирной боксерской серии. Но, скорее всего, этого не будет, как бы мы ни болели за Мишу нашего Алояна. Скорее всего, Залани Тете одержит победу. Я думаю, что это будет досрочно. Досрочная победа в поздних раундах. Так что мой прогноз – досрочная победа Залани Тете во второй половине поединка.